В нашем городе по инициативе филиала Союза журналистов Казахстана в области Абай был организован квиз. Спонсором соревнований выступил общественный фонд «Онжеті Ақын Елі», и призовой фонд игры составил 1 миллион тенге. С момента создания филиал Союза журналистов Казахстана в области Абай инициирует различные мероприятия. В этот раз ко Дню Республики был проведен квиз. На открытии познавательного конкурса заместитель акима области Жасулан Сарсибаев пожелал участникам удачи и поздравил их с праздником. Эта игра привлекает многих горожан и охватывает темы разных направлений. При этом призовой фонд квиза составляет 1 миллион тенге. Всех коллег поздравляю с праздником. В честь Дня Республики мы проводим игру квиз. Призовой фонд составляет 1 миллион тенге, за что мы хотим поблагодарить компанию «Онжеті Ақын Елі». Ну и всем коллегам желаю удачи, хорошего настроения. Конкурс состоял из 7 этапов, и с каждым раундом направления вопросов и способ их представления менялись. Игра состояла из логических, музыкальных и интеллектуальных вопросов. Квиз был организован при спонсорской поддержке общественного фонда «Онжеті Ақын Елі». Журналистер қауымын, семей. От всей души поздравляю журналистов, жителей города и всех казахстанцев с Днем Республики. Пусть наша независимость не заканчивается. В целом мы являемся спонсорами этой игры для того, чтобы быть ближе к журналистам. Ведь я сам родом из города Семей. У меня есть определенные планы. И я думаю, что в будущем мы будем тесно работать с журналистами. Всего в игре приняли участие 12 команд, в том числе журналисты нашего телеканала и других СМИ, пресс-секретари, а также госслужащие. Квиз – это игра, которая способствует всестороннему развитию и помогает тренировать скорость мышления. Казахстан, журналисты Родага, Абай области. Впервые под руководством филиала Союза журналистов Казахстана в области Абай с поддержкой общественного фонда «Онжеті Ақын Елі» и совместно с ассоциацией журналистов состоялось такое интересное мероприятие. В нашей области есть неплохой опыт проведения игры «Квиз», и сегодняшняя игра организована на высшем уровне, как с точки зрения постановки вопросов, так и с точки зрения организации. Игра нам очень понравилась. Я очень рада, что филиал Союза журналистов организовал эту игру в день праздника. Наш народ всегда был образованным, начитанным. Знания никогда не будут лишними. А здесь есть хорошая возможность узнать что-то новое. По итогам соревнований первое место и 500 тысяч тенге достались команде «Форза». Второе место и 300 тысяч тенге забрала команда «Трио». А третье место заняла команда «Кырпышешен» и получила 150 тысяч тенге. Кроме того, специальный приз 50 тысяч тенге получила команда «Телестудия». Ботагөз Дандыбаева, Аружан Таубекова, Аян Мухтарулы, телеканал «Семей».